Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Ты отдалася, а я тут, где патроны летят, где танки катаются, а я тут, где мальчишки визжат, где стреляют китайцы. Я в Чечне. Помоги же мне, помоги, я в Чечне, помоги, успокой мою душу, Ибрагим. Я пошел на операцию Стерлинг, там летали самолеты, и было жестко, очень я пошел. Но вспомнил тебя, стерву, вспомнил наши такие жаркие ночи. И ты пришла ко мне в больничку, я сказал тебе, уходи. Ты сказала, ну отлично, больше меня никогда не жди. Ну и что ж ты, сука, делаешь? Ведь я лежу без ног, но с хуем. Ведь у меня же остался хуй, не уходи. Я тебя прошу, побудь со мной, пососи. Бля. Да я завершу. Все прошло отлично. Я тебе кончу в рот. Ты моя малинка клубничная. А я твой идиот. Ебой! У нас сегодня концерт по заявкам. Точнее, короче, ивент слова. За компьютером обороняю родину. Со мной сидит. Про политику не нужно. Я должен. 2, 3. Я должен класть рельсы. Где-то в Таджикистане. Но я вместо этого Windows переставляю. Ребята, у вас Паша трансляция? Я должен класть рельсы в Таджикистане. Но вместо просто этого есть ощущение, будто не пашет. Windows переставляю. Отправляю телеграм важной информации. Работает или нет? Дорог за почтой. Там успеваю проебаться. Со мной мои друзья тоже такие же шары. Парфим уходит от нас. Я проебался вами. И это было очень хорошо. Я целый год был в нами. Я это лето хочу еще. Я приехал в Екатеринбург. Это место, где тебя и тут. Блять, ну все. Короче, я думал, что не робишь, что-то чат не зависит. Так, сейчас, секундочки, я прочитаю все, что вы написали. Я должен это сказать. Каждый раз, когда я бухаю, я рассказываю. Саша, я тебя жду, давай, нажимай. Это очень прекрасно. Короче, ребят, если вы сегодня находитесь в Екатеринбурге, то мы вот ждем на нашем ивенте. Клубе «Свобода» слово ЭКБ. Сегодня будет весело, очень сильно весело. У нас сегодня целый батловый день. То есть не просто один ивент, где будет там 5 батлов, это будет целых 3 ивента. Будут батлить новички, потом будут батлить основные участники наши, и потом... Они мне не дают сказать. Короче, и потом у нас будет концерт.
Гала-концерт. Галя-концерт? Галя-концерт. Так, волки, бог фристейла, да, я согласен. Надя, короче, уже буквально вот сейчас будут батлы новичков, а получается... Нет, у Макса есть, у меня тоже 6 есть. Стартует основная турнирная таблица, а ночью концерт. То есть, если что, пиши. Пиздец, я его что, потерял? Саша, давай уже вставай с кровати. Потерял свой медиатор? Ключи от дома? 100% ты в финале с первым будешь, но посмотрим. Все, нашел. А что думаешь о батле Микси и Оби? Ну, он еще пока не состоялся, по-моему. Тут... Идите посмотреть на 800. Тут еврейская атака. А, сегодня батлят много разных чуваков у нас. Я больше всего жду батл 2 на 2. AT-8 и Scream против Макса и Гетта. И пал тебя в очко твое, и ты вопила. Ну, не знаю, пока. Сказал недавно. Тебе, промылась ты, но нет, но не нет, бой. Не промылась. И я. Сашка, когда можешь не приходить? Я, как, если ты не пьешь, то делай то, что здесь. Говно. Я не буду на батле Микси и Оби. Короче, сейчас я пока что... Что ж ты, сука, обосралась? Я сказал тебе, что промылась. Come on! Блять. Давай, я вспомню. Слово ЭКБ. Атака на котлеты на кибербэтле, киберпалеты на кибербэтле, мне кибергрустно на кибертусовке, зову кибертубер на киберсубботник, кибертинкали на кибертарелке, киберпенальти на турнире по фифе, здесь нет, нет друзей, нет никаких друзей, у меня их нет, теперь только кибердрузья, кибернасрать это киберпустяк, кибердетишки на кибердворике пытаются купить, а у тебя все. Очень хотел на чемпионат мира, но, похоже, дело облом. Если вы из города Екатеринбург, у вас есть маза меня провести на футбол, блядь, я просто... Алкоголь — это плохо? Не находится. Пришел Антон. Да. Здорово, кабанчик, ёпта. Удачи на батла, Гриша. Я не Гриша, блядь, ясно? И я не Гриша, блядь. Девочка, извини, не хотел тебя грузить. Обнял. Короче, я подумал, вам покажу сегодняшнее место проведения. Потому что я думаю, что не все были в клубе «Свобода», особенно те, кто, типа, не из нашего города. Сейчас, короче. 100% результат. Короче, вот. Это место, где в Екатеринбурге проходят жаркие тусовки, концерты и все такое. Здесь будут батлы. Свет поставили. Ну, мы те, кто, короче, уже смотрел сегодня трансляцию слова ЕКБ, это все видел, но это не имеет. Вот. Уже пацаны ждут. Бар у нас, короче, такое дело, то есть все будет очень гарантированно. Жаркий псов. Да. Я не вышел оттуда, где волк сидел. Батл? Какой батл? Новый? Я не знаю. Думаю, скоро. Короче, пельменная. Пельменная — очень важный вопрос. Сегодня мы идем в пельменную с ребятами. Я думаю, что после червивой ноги перед основным ивентом сходим покушаем в пельменную.
свет стоит и так. Последи-ка. Батлы будут сниматься. Почему? Типа, ну, основная таблица точно, да, и черная нога будет сниматься. Спасибо большое всем за добрые слова. Я думаю, что нам нужно вернуться к Браге, потому что он делает очень веселый, развлекательный контент, а я скучный и просто показываю вам клуб. Напоминаю, что... Хорошо, Надя, я тебе скину. Спасибо большое, я, кстати, типа подстригся, сделал фейт, модная хуйня. Готовился, так скажем. Батя на выпускном, на их тусе будто батя на выпускном. Снова в мясо прям как батя на выпускном, на их фоне я как батя на выпускном. Я буду сегодня на слово. Кажись, я выгляжу старше всех уже который год. Но тоже кажется взрослый, пока не откроет рот. Энергичный для своих лет, а я заливаюсь и ночь. Мне не хватает фляжки, виски, пиджака и цепочки. Они хотят со мной пить шотки, как я. Им не понравится, так они начнут со мной пить шотки, как я. Ту же, судя по виду, мутит. Да и вот этой, походу, хватит. Здесь и похож на Ханка Муди. Здесь и похож на чего-то, батю я держу, боли, я не запомню их всех. Я нагадаю, поскольку им лет. Думаю, Джексон спокойнее. Эй, кто-то налил в него колу, зачем? Бля, как им весело, но мне не до смеха. Кажется, туса затянулась почти что на четверть века. Каждый раз я слышу, как они говорят, ты кто, дядь? Но ты для меня щенок, сядь. Быть взрослым нелегко, я бью по столу кулаком и говорю тебе, щенок, блядь. Батя на выпускном, на их тусе я как батя на выпускном. Столб мяса прям как батя на выпускном, на айфоне я как батя на выпускном. Я как батя на выпускном, на их тусе будто батя на выпускном. На айфоне я как батя на выпускном, столб мяса прям как... Она танцует в своих кожаных тряпках, она танцует со мной явно стоя. Боже, не надо, ведь если между нами... Сейчас там не устану, но все же присядаю я на их пусе, как батя на выпускном. Ну-ка, ставьте водку на стол. Да, бля, я не помню так. Короче, это трек Шума и Сектора, который скоро выйдет, поэтому ждите. Батя на выпускном. Ну, мы пока сидим четвером. Я, Антон, Волки и Дима. А кто спрашивает? Спрашивает, не знаю, Алекс Крипс. Алекс Крипс, он, наверное, из банды. Мне кажется, это одна. Давай, нет, друзей. Про друзей? Да. Фристайл? Нет, не трек. На ивенте. Какой трек? На ивенте будут, ну, я буду, чуваки. А, вот так? Если так, то я все сразу понимаю. Battle MC. Я не понимаю, если вы любите батл рэп и не ходите нам на ивенты, то вы сравные любители батл рэпа. Нет, друзья, никаких друзей. Можно, Алекс Крипс. Почему нет? Мою аву. Зато есть гитара. Рестор в жизни очень веселый и позитивный. Зато есть гитара. Нет никаких друзей. Бэтбарс и Гуру, сегодня же батл у нас. Как раз Бэтбарс, Кирилл Чей, Артри из Самары. Будет охуенный батл, столько долларов. Парень, я не скажу кто. Вообще, вернусь по прошладу, я не могу распространяться. У нас будет, ну, как я понял, у нас будет у каждого по 6 батлов. То есть, типа, каждый чувак из команды Тигров, батл с каждым голубем. Вот, и получается, по 6 батлов. Поэтому. Блять, микс и ре... А, да, о, короче, сейчас еще будет лучше. Это... Да. Я не делаю, да? Я не делаю грайфлоу, я делаю кардиофлоу. Жиросжигательный партия в нем капает пот. Сжал микрофон, где пробежал марафон. Позорит твой жанр, камон. Пошел нахуй. Эти куры, культуры, фуры, по
подъехала, мол, ты в натуре придурок. Дурень, не обернешься, но ты растакаешь. Не стакал, по-разному, парень, где-то там под полем, крутом горе, но стоило на тебя порыхнуть. Давай-ка не бери на себя так много, ты неправильно падаешь. Не отдаляйся от канона, твое горло пересохло, хуй залазит по-сухому. Постарайся для релоуда, ведь ты в пластике подкован. Они позорят край, пидорасы на 140, нихуя себе сурово. Ты не обижайся, но уёбок своим правильным подходом ты добился лишь того, что в твоей жопе взорвалась такая бомба. Бада-бум! Все потому, что мы хотим вырваться из ёбаных катакомб. Тебе не по нутру, а я привел свою толпу, чтобы снова типу тебя особенно припекло. Она будет делать шум! Что будет шум делать? Ты, блядь, не будет пытаться понравиться каждому бомжу смело. При недовольстве укажу тебе маршрут, демон. У меня нет слуха, чувак, я не слышу, что делать. Давай, давай, заново. Давай. Считаю, что Антон обладает лучшим навыком игры на гитаре. Это прям идеально. В новых жиросжигателей партия в нём. Вызай эту хуйню. Кого ты пародировал, ебучий Буратино, я тебя нокаутирую гарантированно. Кого ты пародировал, ебучий Буратино, я тебя нокаутирую гарантированно. Оп! Ой, блядь, пацаны. Я заебался, папироска у меня. Да, пошли по папироске. Отда шампанское делать, просто из-под... Короче... Грига угнал, что ли? Грига угнал? Грига угонщик, блядь. Угонщик шампанского. Грига, ты знаешь, что с гонщиками на русской зоне делают? Гонщики — это те, кто типа тап. Бля, пиздец, ладно, все. Опасная хуйня. Началась. Ты что, трансу ведешь? Да. Короче, мы сейчас сходим на улицу, и я, наверное, даже скоро буду отключаться. Что, распиярился уже? Ты что, трансу ведешь? Потому что скоро уже начнется ивент. Вот это вообще полная хуйня. Ну, здрасте, мордасти. Че, как у вас, делишки-то, расскажи. Что, блядь? Блядь. Так, а куплет алфавита после? Сколько у вас времени? На что? Что? На жизнь? Ну, как мало времени, очень сильно, потому что скоро уже будет ивент, поэтому... Там чувак мерча оттихает. Да, можно. Видели, да, со мной фоткаются. Здесь он фоткает. Вы сразу фоткаются с этого. Давай, давай, я, давай, сфоткаем, конечно. Снимаю, как фоткаются. За браги это чисто. Я тоже. Я просто можно. Фотограф. Мне это интересно. Господи, боже мой, Жень, ты почему так играешь? Так. Короче. Нет, мы в Екатеринбурге, то есть сегодня у нас... О, я, кстати, принес. Короче, сегодня в клубе «Свобода» целый батловый день. То есть у нас будет не один ивент, а получается целых три. У нас будет основная таблица, у нас будет батл новичков и будет концерт. Поэтому все приходите. Надя, подожди сейчас, я скоро зайду. Давай. Короче, смотрите, тут Парагрин стримит. Блять, ты тоже стримишь, что ли? Да, я указываю. Йоу, Парагрин. Я выражаю успех. Все, я хотел бы представить. Рестайл. Вот, поэтому, если вы в нашем городе, если вы сегодня имеете свободное время или будете вечером не заняты, то приходите хотя бы на концерт. Основной ивент, типа. Короче, на битах, ну, наверное, нет. А может быть и да. Не знаю. Скорее нет. Не совсем мой формат. Короче, у нас экшен. Пока еще не написал, потому что... Слово ЕКБ! Ёбаный кастер, приехали для органов поклеить обои. Эдик доволен, не забыл подсевка за городом. Возник печенобельный дом, ты же самоуверенный. Пинч!
такому не были готовы. Так и в той же степени доклёвы, как в паблике написано, что эти долбоёбы самые техничные рэперы Молдовы. А сколько рэперов в Молдавии? Может быть трое? Это что, была шутка? Хорошо, тогда тут я самый техничный рэпер Чернобыля, сука! Птичка в небе, ты далеко недоступна, ты и твоя грозная группа. Всё, я больше не буду. Так смертельно крутым, я вам цветы подарю, но это три розы для трупа. Я не стал звездой за один бэтл, я просто веду трансляцию для сотых человек. Я вас люблю, и мне хочется, чтобы вы сегодня пришли на наш ивент. Ребят, если вы в городе в нашем, давай уже, давайте уже это. Короче, ну так сказать, да, Волк что-то поднабрал, мне кажется, ему как-то нормально, он такой фабанчик стал. Не обсуждайте, пожалуйста, вес людей. Ладно. Что ты показываешь, блядь? Миша! Что ты там пока? У меня нет живота, нахуй. А. У меня все равномерно распределено. Да? Я сама короче, в хуй ушел. Ребят, я подключаюсь. Я думаю, что может быть сегодня еще попозже я снова включу трансляцию, поэтому сейчас. Прямо сейчас подъеду, блядь. Потом рэп-перископ это все дело запустит. Вот, я пойду, ибо сейчас уже будут батлы новеньких, вот, и потом я, наверное, еще короче, вернусь. Соски в диски! Вот, поэтому давайте всем хорошего дня, если вы не в нашем городе, то в нашем городе мы вас ждем. Сейчас начнется физический труд, блядь.